Пожалуйста, Оксана, снимай без маски. Вот, да, мадам тоже без маски. А кто вы такие? А мы проверяем вас. А кто вас пустил? Народный контроль. Как кто? Народ нас пустил. Оксана, мы сами прошли, мы сами здесь способны. Вот мадам без маски сидит. Кёрка, да, паспорта так, есть вот у вас? Паспорта ваши, давайте. А то вы тут любите на проверку приезжать, а мы к вам на проверку. Приготовьте ваши паспорта и кёрка, да, мы будем проверять. Как вы сейчас это делаете? Сейчас протокол на вас составим и отошлем куда нужно. За нарушение масочного режима, как вы любите, режима. Своей земли мы здесь живем, хозяева. Понимаете? Давай, подожди, Ксюк. А вы откуда вылезли-то? А что вы со мной так разговариваете? А потому что больше вы не заслуживаете своим беспределом. Вы здесь, я вам объясняю, откуда. Вот еще маска. Мама родила меня. Вы кто здесь вообще? Народ. Народ. Владимир Владимирович. Мы жители города-героя Волгограда. Мы на Сталинградской земле, которая отвоевана нашими дедами и прадедами. Мы против такого ограничения наших прав и разделения граждан. Мы утверждаем, что сейчас идет открытая массовая сегрегация и дискриминация граждан России. Мы не просим, мы требуем от вас, как от гаранта Конституции Российской Федерации, исполнения вами своих должностных обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина. Ждем ваших решительных действий.